Всем привет! Вы на канале Ой, книга, и как вы можете заметить, я немного отлучился от Ютуба, потому что я немного приболел. Но сейчас мне стало уже чуть-чуть полегче, я начал выздоравливать, поэтому у нас, ребят, лютая погода, очень солнечно, очень тепло, и я просто не могу это все так оставить. Вот чтобы просто оставить вас без видосов. Вот как я тебя оставлю без видосов? Чувак, я не могу это сделать. Сказал, если будет хороший актив, то и мы поедем дальше рубиться в лес. Так ведь? Было такое? Было. Актив есть. Поэтому сегодня мы с вами поедем рубиться в лес дальше. Будем прорубать эту тропинку, я не знаю, что из этого выйдет. Но самый прикол в том, что мы сегодня поедем не на каве, не на зимней резине, а мы поедем вот на этом байке. На этом байке, на полноразмерном. Я не знаю, что из этого выйдет. И будет ли копать вот эта вот злая резина. Ну, так-то должна, я не знаю. У нас нет шипов. Я не знаю, нам нужно будет сперва до туда доехать. Я еще раз повторяю, здесь 174 мотор, водяное охлаждение. В общем, ребят, ваши ставки прямо вот сейчас. Прямо сейчас, чувак, отправься в комментарии, напиши, кава проедет дальше, чем Шармакс. Или этот байк выстегнет каву. Вот серьезно. Здесь, потому что шансы, я вам сразу скажу, здесь шансы 50-50, короче, потому что здесь у нас как бы и нет шипов, но там особо шипы роль не играют, да. Шипы играют там, чтобы мы оттолкнулись от льда и залетели уже в пухляк. Здесь такого не будет, здесь так не получится. Здесь у нас просто будет буксовать колесо. Но дальше будет работать именно злая шашка, новая, здесь, которая как раз таки, уже будет в лесу работать. И колеса здесь в два раза больше, не знаю, не в два раза, ладно, вру. Там у нас 19-16, здесь у нас 21-18. И пятно контакта здесь, то знаете, поболее будет. Давайте вот так просто посмотрим. Вот. Ну, здесь какая? Вот просто покрышка, я не знаю, 120-я где-то. А здесь 110-я, то есть она немного поуже. Ну, как немного, значительно. Вот. Что из этого выйдет, я вообще не представляю. Короче, усаживайтесь поудобнее, наливайте чай. Я очень соскучился по вам. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. И мы погнали. Let's go. Ну а перед тем, как мы поедем с тобой сейчас наваливать, я сейчас тебе покажу байк, который я разыгрываю специально для тебя. Это Шармакс RX 280 на 172 моторе, на алюминиевых колесах, блин, на охрененном спеке, реально, это крутой байк. И выиграть его может всего лишь за 500 рублей, реально. 500 рублей стоит розыгрыш, это у нас платная викторина, а здесь у нас, кстати, еще вилочка на регулировках, глянь. Вот это я понимаю жирно. Этот мотик ты можешь получить всего лишь за 500 рублей, прикинь? Ну, это того стоит. А для того, чтобы просто узнать о всех этих моментах, ты должен написать мне в личку ВКонтакте. Ссылочка сам знаешь где, под видео. Погнали смотреть видос дальше. Пацаны, открываем ворота сейчас. Надеваем наши MX-перчатки. Прогреваем наш байк. Так, интересно, что он зайдет, снес вообще? Завелся. Блин, у нас здесь уже прям хорошо подтаяло, я вам скажу, ага. Сейчас наш байк прогреется. Я не знаю, как мы будем по этой каше ехать здесь, но я думаю, мы проедем. И, кстати, я сейчас одел резиновые сапоги. Вот они, да-да-да. Это та хрень, которая не была на мне в прошлый раз, поэтому я заболел. Всегда экипировкой не пренебрегайте, особенно резиновыми сапогами. Это вот, как вот прям говорю вот вам, серьезно. Ну а газ он вообще прям отзывает, что надо. Ну что, погнали? Ой-ой-ой, ой-ой. Так, вторая сразу, наверное, что мелочиться-то. Так. Опа. Фига он отзывается. На газульку-то. Не возражаете, если мы сейчас с вами проедемся по асфальту чутка? Так сказать, зацеп проверим. Ага. Давай.
Константин. Да, так тоже сегодня передача длинная у него, вот смотрите. Так. Ну ладно, сегодня у нас не день Сантухи, ой, здесь яма была. Сегодня у нас день раздрачихи, и мы как раз едем на нее. Так, здесь у нас лед. Вот где солнце прогрело, ага, здесь нормально. Вот здесь будет сейчас просто глыбы льда. Но мы даже по нему едем и даже толкаемся, как? Непонятно. Главное не наебнуться. Это все, что мне требуется сейчас. Поэтому едем максимально аккуратно. И поставьте палец вверх, потому что я болею еще. Я не выздоровел, но не хочу оставить вас без видоса. Да, это самое главное. Пока мы едем до спота, хом-спот, так сказать, вопрос. Проедет ли байк там, где проехала кава? Как бы там, где мы уже пробили, да, а вот дальше мотик поедет или нет? Во-первых, этот байк тяжелее в два раза практически, чем кава. По мощности у него, так, по-моему, 27 лошадей здесь, вот, в пике. А на каве 30-35, ну это в идеале. Так, а вот мы уже приехали, кстати. И, кстати, если что, здесь снег подтаял с того момента. Прошла примерно неделя, дней 5. С момента, как мы тут покатались. О, здесь у нас прям вообще чернозем. Можно нефть копать. Ладно, я думаю, ой, я сейчас провалюсь, да, тут? Нет, не провалился. Думаю, тянуть не будем. Сразу попробуем ехать. Давайте на второй сразу, потому что я думаю, здесь это будет оптимально. Так. Ой, блин, так здесь. А здесь все застыло, нахрен просто. Понятно. Здесь нас вообще ебанутый. Ну мы встали, и что я могу сказать? Мы встали. Здесь бетон, пацаны, здесь бетон. Это что, это у нас вылетело столько снега сейчас или нет? А, кстати, знаете, в чем еще кайф? Его можно не глушить даже сейчас, потому что у нас есть вентилятор, который будет остужать байк. Ну давайте как-то ехать надо. Давайте его на бок, что ли, как-то опрокидывать. Не знаю даже. Ну, сразу ощущается там масса. Масса у него есть. Здесь у нас дерево, и оно нам мешается. Понятно. Черт! Так. О, у нас вентилятор уже кипит, свистит. Ситуация следующая. В сторону его. Даже особо не переливает его, что это карп. Да, да, это круто, что он не глохнет. Я не знаю, что мне делать. Этот видос будет, получается, просто, как я заехал в этот красивый лес, весь запыхался уже. И на этом все. Вы меня, конечно, извините, но здесь я даже очки сниму. Здесь очень жарко. Ну что, снимай, голова. Что делать? Я не особо эндурист, я вам так скажу. Я могу просто какой-то кантри-кросс ехать. Но не эндура ваша, это нафиг не нужно. А так будет круто летом. Ой, бля. Капец здесь. Просто лед. О, Стантуха! А, геолокацию оставлю здесь. В описании можете спускаться вниз и приехать сюда и достать этот байк.
Ну, а я, наверное, пошел домой. Ладно, все, всем пока. Ладно, это была шутка. А это уже не шутка, я не знаю реально, что делать. И у меня еще прикол в том, что бензина там не особо много, понял, да? Почти было. О, я выехал. Это было круто. Эндуро ваша, блядь. Здесь пахнет как в бане еловыми шишками нахрен просто. Нидби Рейсинг работает. Даже в таком угле... точно встаньте, проблем не будет. Сразу вам могу сказать. Ладно, пацаны, я предлагаю нахер отсюда валить, потому что, не знаю, здесь тяжело ехаться. Очень тяжело. Очень тяжело ехаться. И страдать я так тут особо не хочу. Поэтому я вам предлагаю вместе со мной поехать куда-нибудь. Просто куда-нибудь. Так-то? Да. Ага. Главное не застрять. Ага. Ага. Ух, ну вроде что-то даже получилось. Мы даже выехали. Фух. Вот здесь нормально можно ехать. С краю вообще круто. Ну, поехали и здесь вдоль этого будем ехать. Капец, он едет. Тут столько снега было дофига. Давай тут. Какая торсина была. Охренеть. Нет, ну я не знаю, как бы тут кама сейчас проехала. Снега тут было не так уж много. Ой, ну как же не так много, блин. Просто по маятник выше маятника. И мы проехали. Так, я предлагаю сейчас вместе с вами проехать точно так же. Вот у нас уже маршрут есть, мы можем его долбить. Мне нравится, мне нравится. Фу, это было очень круто. Так, заедем, я думаю, там же. И попробуем... не отпуская ноги с подножек, проехать все это. Так. Блин, отпустил. Куда я еду? Фу. Интересно, а там я проеду, нет? Фу. Жесть. Просто выплевывает землю. Мы куда-то наехали или что? На какую-то скользкую поверхность. Напоминаю, это все на второй передаче мы долбим. Так. Сможем, нет, поехать в горку, блядь, на второй передаче? По снегу! Капец. Петличка на месте, слава богу.
Охренеть. Супостаты. Черт возьми. Так, опрокинули его. И надо сейчас оттянуть. Мы-то даже провалились, блин. Там канава, бля. Передачу воткнулась. Туда сейчас ногой не провалиться, а? Я еще болею, ребят. Я болею, блядь. Нахуй я сюда заехал? Я еще не понимаю. Естественно, дыхалка нет. Я не знаю, как я еще до сюда доехал. У меня уже горло словно закладывает. Сука, бля, я злой нахуй, как я не знаю кто. Но как едет байк, мне нравится. Потому что, я не знаю, я как до сюда доехал, хз. Потому что снега, ну до хера, и он тяжелый снег, тяжелый снег. Переднее колесо вязнет, а заднее не едет по нему, оно просто буксует. Сейчас, знаете, что будет? Довершение прям. А, ягодка на вишенке. Ягодка на вишенке! Вишенка на торте! То, что у меня бенз закончится, я просто здесь останусь, блядь, реально ночевать. Короче, я вас сейчас сюда уберу, и вы смотрите за происходящим, окей? Вспотел наглухо. Здесь просто все раскопано в хлам просто. Просто как я здесь все раскопал до глины нахрен. У меня аж со лба пот течет. Вот там было заднее колесо, оттуда я выехал. Возможно, был бы шарнук сейчас на шипах, мы бы даже ничего и не заметили. Это возможно в теории. Потому что как раз там встречается грунт, который не сильно промерз. Ну, собственно, на нем корка льда есть. И там мы начинаем просто буксовать, вообще никакого зацепа нет. А если там был бы шипы у нас, короче, в шашке такой жирный, мы бы ехали везде, мне кажется, просто везде. Вторая точно прям молола бы знатно. Я не понимаю, то ли жарко, то ли холодно, я не понимаю. Солнце светит, меня печет. Я стою тут, и вроде как бы минус на улице вообще сейчас, если что, минус на улице. Но солнце греет. На этом, наверное, видос закончится, потому что я толком никуда не проехал, но мне плохо. Уже реально, мне реально херово. И если я сейчас продолжу бомбить, поверьте, я не знаю. Я могу сейчас заболеть, и видос долго еще не будет. Ну что, сейчас очень обманчивая погода, я тут стою просто, я не знаю, максимально открыл куртку, я сырой весь. Я сейчас пойду в душ. People rule the world. The folks running in every boy and girl. All rejoicing. Times
Ну что, дорогие друзья, я приехал домой, капец, я как устал, я уже сейчас сходил в душ, помылся, блин, капец. Надеюсь, я не заболею. Вот царский лайк, я думаю, он меня вылечит. Обязательно протопи кнопку лайк, я тебе серьезно говорю, это капец как выручает. У меня вообще, во-первых, стимул будет снимать видосы для тебя крутые. Ну и все соответствующее. Короче, вот мотик у нас очень грязный, нужно будет его помыть. Напиши, что ты хочешь видеть с данным байком, и я это обязательно сниму. Я все комментарии читаю, так что там отправляйся вниз и напиши комментарий. Фух, вы были на канале White Nigga, White Hustler. Всем удачи и всем пока-пока.